Ну, вообще, изначально родители уже решили до моего рождения, что я буду играть в теннис. Но попробовав, все взвесив, как бы, было понимание, что можно продолжать играть. Мы специально переехали даже в Алмату, специально для одного тренера, чтобы тренироваться, потому что он был очень хороший детский тренер. Вот. И, собственно, вот тогда, когда мы переехали в Алмату, я поняла, что это уже затянется надолго. Первая сборная, я была до 14 лет, мы поехали в Таиланд, и я до того, как мы не встали на корт, я не осознавала вообще, что происходит, как бы, да, я получала форму, да, мы поехали туда, но когда встала на корт и поняла, что я представляю страну, тогда я поняла, что я несу на себе очень большую ответственность, и было первый раз был очень страшно. Потом второй, третий раз уже более-менее привыкла, и было даже, ну, как бы я чувствовала гордость за то, что я представляю страну. Мне позвонила Ярослава Шведова и сказала о том, что вот так и так, по принятому решению, ты являешься игроком, членом сборной команды. Вот, и для меня сначала я не поверила. То есть я очень долго приходила в себя, практически весь вечер. И, естественно, осознание того, что я не просто в сборной, там, до 18, до 16, а именно в национальной взрослой сборной, то есть это ощущение неописуемое вообще были. Получать опыт из всего, потому что это первый раз для меня, и я, естественно, очень сильно волнуюсь, переживаю, и я буду поддерживать нашу команду, стараться как-то участвовать во всех мероприятиях, но... Для меня это прежде всего опыт, новое начало в карьере, так скажем, и поэтому я буду стараться просто получать удовольствие от всего, что происходит, и извлекать уроки.